пчелки это такое, знаете, всегда хорошая от них получается продукция. Это мед, конечно, это золото наше. Особенно на Украине очень ценный этот мед. И вот они заносят, когда в рамочку, вот такие вот рамочки получаются, да. Бывают, конечно, и большие рамочки, но мы вот решили вот именно вот такие надставочки. Вот. И если когда обрезается вот этот вот верх с рамочки, получается потом вот такой забрус. Забрус это значит, у кого насморк, у кого сильная лихорадка или же в то же время насморк лечится. В день 4-5 раз вы пожевали, и у вас это немножечко снижается, значит. И если пародонтоз зубов, десна, значит, тоже укрепляют очень хорошо. Вот, поэтому рекомендуем лечиться нашим медом. Пыльца цветочная – это тоже чудодейственный продукт. Почему? Потому что это витамины, это минералы, это аминокислоты. Когда собирают пчелы, они, ну, жалко их, когда отбираешь пыльцу. Поэтому некоторые пчеловоды оставляют и собирают пергу. Перга на 3-5 раз эффективнее пыльцы. Почему? Когда сваживают пчелы пыльцу в соты, они обрабатывают своими ферментами, заливают медом, консервируют. И в качестве этого происходит процесс брожения. Исходя из этого, добавляются дополнительные витамины, аминокислоты, минералы. Усиливается эффект. Поэтому, честно, если питаться пергой, пыльца она не надо. Почему? Потому что перга, она даже лечит именно аллергию. Самое простое. Деткам можно. Она не вызывает такого раздражения, если организм никогда не воспринимал. А зачем мне на ноль? Мне надо знать. Поэтому я, допустим, вот жена, вот, если будет беременна, она будет все равно профилактику делать пергой именно. Она медом, она приятнее на вкус, она нежнее. И даже спортсмены чайная ложечка перед тренировкой чувствует эффект моментально. Пилок, наприклад, його треба вживати за півгодини до на тощах, будем так говорити. Якщо дитина, це як укріпляє імунітет і, ну, общий, так сказати. Його можна курсом приймати, можна чайна ложка перед їдою за півгодини. Не їсти, а просто взяти, воно щоб розійшлося через слизисту і все. Тоді на тому це. Пчелки ще заносять з цвіточків пыльцу. Но пыльца, это она, так сказать, перед уликом встает, значит, пыльцу-ловитель мы ставим и собираем пыльцу. Это тоже очень полезно. Это оно при сахарном диабете, давление у кого, щитовидка очень хорошо помогает. А когда уже пчелки заносят эту пыльцу именно в улик, они откладывают в ячеечки, добавляют себе медик и получается, проходит брожение. Получается потом уже вот такой вот перга получается. Перга, она получается, что в несколько раз сильнее, чем нежели пыльца. И то же самое можно послеоперационный период, можно людям лечиться, давление, также сердечные заболевания. Ну и иммунитет тоже повышает. Перга. Це от аллергии. Поджелудочна железа, діабет – це найкращий натуральний продукт, бо тут консервант – молочна кислота. Пыльца – це імунітет, повышає імунітет, очищає кров, повышає гемоглобін. От, і як вітаміноз. Здесь все микро-макроэлементы, вся таблица Менделеева находится. Можно перемолоть вот в таком виде, один к одному, 100 грамм меда, 100 грамм пыльцы. Перемолоть на кофемолке, можно замачивать, значит, деткам до 12 лет. Чайная ложечка – это 12 грамм. Взрослым столовая ложка – 24 грамма. Это суточная доза. Насыпаете в чашечку, заливаете лимонным соком, компотом, водичкой, только не газированным. Орошение делаете, чтобы она в воде не плавала, ну, в жидкости, а была влажной. Через 2-3 часа она набухнет, делите на 2-3 части. Смоктакте как леденец. Чем дольше, тем лучше. После этого минут 15-20 ничем не запивать.
эффект 90%. Если будете так применять, вот смоктать, просто взяли, пожевали, это 15-20% эффект. Никакого эффекта не будет.